гуляли мы гуляли и пришли до метро напротив Аграрного университета. Гуляли мы гуляли, уже стемнело, по проспекту Абая мы гуляли. Что-то я быстро так вожу камерой, наверное, ничего не видно будет. Аграрный университет. И идем в метро, сейчас машина проедет, и мы пойдем в метро. Алматинское метро. Сейчас еще одна тачка проедет, и мы пойдем. По Абае есть такая велосипедная дорожка. Ну, настраивайся, камера. Пешеходная и велосипедная дорожка. Это все заслуги нашего акима. Ну, велосипедисты ездят. Мы подходим к метро, которое строилось. Как правильно сказать? Мы строили метро и наконец построили. Ура! Сейчас спустимся и доедем чуть-чуть на метро. Ты платишь? А? Ну, готовь 200 тенге. Вот такое у нас широкое метро. Спускаемся. Идешь? Станция называется Абай. Или по-русски Абая. Тут даже предусмотрено оборудование для спуска людей, которые ездят для инвалидов. Ну, я не называю их инвалидами, я называю их блаженными людьми. Куда нам идти? Это наверх. Ну, какое светлое метро, значит, в ту сторону, наверное. Тут вот по пути. Цветочные магазины. Еще другие магазины. Паровоз какой. Прикольно. Видимо, под бомбежку попал. КФС, как у всех. Железная дорога. Ксерокопия, ламинат, кому надо. Сканер. Кофе, чай. Магазин. Реклама. Цены заморожены. Сюда, по-моему, вход, да? Сейчас купим билетик и поедем до Фурманова на метро. А тут, оказывается, банкомат стоит. Смотри. Картинки какие прикольные. У тебя есть деньги? Даже вот есть тут специальный аппаратик, чтобы купить карту, купить жетоны, пополнить карту метрополитена. А зачем ты будешь покупать? Можно же в кассе купить. 80 тенге, нам 2 жетона. А, видишь, он принимает либо купюры, либо монеты. Надо 180 тенге. 160, вернее. И идем на эскалатор. Ой, сейчас у меня закружится голова конкретно. Потому что глубина, не знаю сколько точно, но очень глубоко. Вот такое алматинское метро. У нас алматинское метро. У меня голова кружится. Я всегда, когда спускаюсь в метро, у меня почему-то кружится голова. Здесь как-то все кверх ногами, все криво, косо. Хоть бы картины повесили ровно. Нам еще далеко ехать до низу. От верха мы отъехали вот сколько.
Ну, в принципе, можно сказать, что мы на середине. Мне голова кружится, я не могу. Не знаю, на сколько метров под землю мы спускаемся, но вот на этом месте это не самое высокое. Самое высокое у нас возле цирка. Там, наверное, километр вниз спускаешься по лесенке, пока спустишься. Мужики играют в поло. Арзан, самый дешевый магазин, типа дешевый. Наконец-то мы доехали до конца. Подъезжаем. Минуты 2-3, наверное, спускались вниз. Метро свободное. Хочешь едь, хочешь не едь. Смотри, там сколько народу. А, уже приехали. Настраивайся. Такой длинный коридор. Идешь. Спускались на эскалаторе. Потом шли по коридору. Шли. И наконец-таки дошли. Такой длинный. Оборудование для блаженных все равно не работает. Ну, просто для галочки. По-моему, паровоз едет. Слышишь, да? Нам только в какую сторону? Нам в сторону Фурманова. Догоним? Классная телка. Приближается паровоз. По-моему, туда. Следующий подарок. Это звук от пришедшего паровоза. Это нам не тот, нам в другую сторону, да? Нам туда надо. Это Валатау. А это Раймбека.